Кенишемке Насте Колесовой 8 лет, и у нее ДЦП – редкая форма, атонически-астоническая, когда мышцы неразвитые, слабые, плюс судороги и сопутствующий эписиндром. С первых дней жизни родители начали борьбу за дальнейшую нормальную жизнь своей малышки. Это атрофия мышц происходит, атрофия мышц всего тела. Мы даже не могли нормально ходить в туалет большому. Я ей до трех лет налаживала стул и налаживала всяческими способами. Ну, то, что вот реабилитация и мышечный тонус мы ей наращивали, это само собой, но еще и питание. Диагноз Насте поставили только в полгода. До этого проблем местные неврологи не замечали. Ребенок долго не переворачивался, потом не мог сесть. Медикаменты, уколы, реабилитация изо дня в день. Сейчас, благодаря бесконечным занятиям со специалистами, массажам и колоссальному терпению родителей, Настя начала ходить. Если есть подвижки с первых дней, что она дает какие-то результаты и откликается на реабилитацию, то ну, она будет ходить. Вот. Поэтому мы надеемся, что она будет ходить. И вот в том году мы как начали работать с ЛФК-специалистом, она у нас стала все больше и больше крепнуть. До этого я с ней сама занималась, ЛФК. В месяц на поддержание здоровья ребенка уходит больше 10 тысяч рублей. Таблетки для восстановления мозгового кровообращения очень дорогие, как и курсы массажа. Но останавливаться нельзя, иначе не будет результата. Семье такие расходы потянуть сложно. Мама Насти, Наталья, из-за болезни ребенка вынуждена была оставить работу в педагогике. Но она ведет активную социальную жизнь и вместе с другими мамами особенных детей организовала в Кинешме отделение общественной организации «Солнечный круг». Что-то с ней не так, это как бы я чувствовала материнским сердцем. Мне постоянно хотелось ее лечить. Я постоянно ее лечила, мы постоянно ей занимались. Вот. Но уже профессиональный диагноз мы получили в 6 месяцев, когда обратились в НИИ. Не знаю, почему не заметили. Вы можете помочь Насте встать на ноги. Реквизиты счета вы сейчас видите на экране. Девочка очень способна и на лечение отвечает большим прогрессом. Для нее и ее семьи любая помощь на пути к здоровью будет весома. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Кинешма.